полить свет. Решил сегодня полить проводами. Это не на открытом огне, а методом старый баллон. Взял. Срезал его вверх, вот той его части. Срезал его вверх, назад положил крышку с изоляцией. И прихватки сделал 4 сваркой маленькой. И все. Видно, сейчас отсюда идет. Подсутих сюда вылетало. Сейчас видно уже это. Сегодня полю, а завтра уже думал, изоляция воняет. Рядом покрышка лежит старая. С какого-то трактора. Так резина воняет. Подсмаленная. Немного водой полил, но все равно дымится. Главное, чтобы внутри провод не сплавился. Температура-то тут большая. Досок накидал сухих. Не видно еще до сих пор. Факел выходит тут. Вот. Сейчас я его поверну. Перевернул вниз баллона кверху, чтобы провода перемешались немного. Сразу видно, факел чуть больше стал. Сейчас видно конкретно уже. Газ выходит снутри. Горит еще. Все, обгорают провода. Подгорела моя грешка дальневосточная с краю. Ну это ветки, корни целые были. Слышно свист, газ выходит, говорит, со свистом. Был огонь здоровый, то немного протушил бы водой. Это такая подставочка с арматуры сварена была платформой. Метр где-то на полметра на ножках тонких видно, да? Под весом баллона прогнулась, формы такой стала. Завтра посмотрим, что у нас там получится. Провода перегорать будут сыпаться или просто будет медь обгорелая. Баллон был полностью забитый доверху проводом, утрамбованный. Так что там изоляции много. Если просто на костре обжигать, то это сильно долго. Да и на костре на открытом огне она перегорает, если не усмотришь. А тут в баллоне типа пиролиза. Ну без трубок разных, а просто крышка прихваченная чуть-чуть с зазором. На полотно по металлу. Проложил полотно по металлу по плоскости. Сколько она там, миллиметр, наверное. Вот, подкинул дров с той стороны, да с этой немного давление пошло. Свист нарастая, и пламя большее стало. Завтра открою, глянем результат. То, что сегодня покуда это догорит еще, до
остынет, то уже темно будет. Стемнее. Кошка, ты там разом ходишь. Кс-кс-кс-кс. Мурашка. Мураша. Что-то шукает. Стало тут более с рыбой. Приняли, так пахнет рыбой, так шукает. С этой стороны менее видно, сюда во выбивая факел. Значит, еще изоляции много там, раз до сих пор таким напором выходит. Думаю, еще за часик обгорит. Что это делает? Там и с вилками старыми, с телевизором мелкая проводка. Сантиметров по 5, по 10 кусочки тонких проводов. Их особо-то не палишь на огне открытом. А так внутри пиролизом переработается все. Останется проволока одна и сажа. Даже если бы крышку эту вырвало, то она там прихваточки 4. Так ничего бы не было. Ну, баллон пролетел бы малость туда вот. В гору штакета велосипед. И все. Ну, вроде бы уже основная такая масса прогорела проводов. Это уже притихла малость. То совсем факел был. Он вниз был, а сейчас я переверну, так вверх вот видно. Со свистом вырывается огонь горит. Кошки ходят туда-сюда. Гохня баллон, так не буду сходить, поутекаюсь. Дыма. Дым. Дыма. Рыбу все ищут. Я специально маленький зазор сделал, чтобы это провода с кислородом не контактировали особо. Получается, газ под давлением вырывается этот с проводки и туда кислород не поступает. Если бы зазор побольше сделал, например, сантиметр или там 5 миллиметров, то внутрь бы пошел уже огонь. Под конец, я думаю, внутрь пошел бы, так это поперегорал, медь сыпалась бы. А так она там сажа обгорает под температурой, так думаю, целая будет. Ну это мы завтра проверим. Видно. Факел. Внутри выходит огня. Конечно, жалко подставку эту. Я обчел, глядел, да ставил корпуса на и возле ульев. А сейчас она уже в негодность пришла. Только что может выпрямлюсь. Кувалдой какой. Потом выпрямим. Еще может разок крутану.
сегодня подгорали с одной стороны. Поприваривал такие вот. Ручки крутить баллон специально. Заодно и ломачи старые попалю. Доски подгнившие старые. Да. С опалубки. Цементные. Ну да почти догорело походу. Даже рядом покрышка задымелась. И это тот диск, когда выдлинул на покрышку, чтобы не загорелось, то и диск шипел даже. Такая температура была. Видно, вот. Листья посохли малость. А то здесь. Ну, уже догорает. Кидать этот газовый баллон не буду на металл, оставлю его для других разов, опаливать хорошо провода будет. А в дальнейшем, наверное, сделаю такую штуку эту для пиролиза, котел с его сделаю тут, чтобы на это на резьбе было, уши на резьбе поделаю, болты такие и закрывала, чтоб плотно. А сюда выход на крышке. Да что-нибудь попробуем перегнать. На жидкое не топливо. Например, его покрышку перегнать, так будет, думаю, хорошо этой ерундой разбавлять разную. Типа битума там. Мастику делать. Заборы промазывать, лаги там в гараже. Деревянные, чтоб не гнили столбики. Лежу, перегоняют, то топливо делают. А думаю сделать такую штуку, чтоб пропитку специально варить для заборов, да, для столбиков разных. Да. Ну и лаги там под полом можно балки пропитывать. Заодно хламье попалю вокруг тут. С гвоздями. Это рейки на парнике. Пленку прибивал. В этом году перекрывал парник малость. С торцов порвал. Порвалась пленка старая. Тут. Старые рейки сюда покидал. Уже в гараж поприрастали. Сейчас я их подостаю, да хай гора. Все лишнее будем полить, ломать все это. Так и ложу специально сюда, чтобы полить ветки. О, вроде все убрал. И эту палку с гвоздями закинуть сюда тоже. Хай загорает. Видно, еще газ выходит из баллона. Бляха, взломал свою эту, что ворочу. Свинец. Я думал, будет баллон над землей. Он на землю уже лег. Плохо, конечно. Но буду прокручивать по чуть-чуть. Так будет обгорать лучше. Видно, газ совсем уже мало ставите. Уже процесс там завершается, походу. Или может, пламя меньше было. Сейчас разгорится, посмотрим. Может, больше поезд опять. Или уже перегорели. Ладно. Если перегорели, так и хорошо. Раз хламья, гора тут лежала, хватило, чтобы обпалить проводку эту. Был полный мешок сахара 50-килограммовый, набитый. И все, я ее сюда утрамбовал,
этот баллон, сколько он, 35 литров, наверное. Уже догорает буквально. Эта мелочь погорит сейчас и до нажары будет доходить. Главное, чтобы, думаю, может, не перегорело внутри. Кислорода там нема почти. А без кислорода и кисляться не будет. Медяха. Завтра откроем, посмотрим, что там вышло. С полного баллона набитого. Сам процесс набивки я то не снимал там. В респиратор, в перчатках, чтобы пыль не летела. Да? Так неудобно было. А процесс сам обжига решил заснять. Видно уже чуть-чуть вот газ выходит. И все, догорая. Так что догорит сейчас уже. До завтра открою. После окостыня все. Сразу то больше пламя было. Ладно, буду заканчивать. Завтра результат глянем. Всем удачи. До свидания.